Умение защитить себя – это не только полезный, но порой и жизненно необходимый навык. Если вы хотите научиться самообороне, то приходите по адресу Ленина, 60, к Чемзырай Олегу Мангушевичу. В рукопашном бою происходит непосредственное соприкосновение с противником, возможно, с применением холодного оружия. В современной жизни встречаются самые разные жизненные ситуации. Бытовая пьяная драка в квартире, самозащита от хулиганов на улице. Я занимаюсь армейским рукопашным боем уже больше 2 лет и завоевал 1-2 место внутри клуба по соревнованиям по армейскому рукопашному бою. Хожу я сюда, чтобы постоять за себя в таком городе, как Кызыл, так как за углом может стоять много разных плохих парней, которые могут тебя обидеть. Как показывает практика, победу в схватке с большей вероятностью одерживают вовсе не могучие атлеты, а люди, имеющие широкий спектр навыков выживания. Олег Чемзырай обучает всех желающих, мужчин, парней, девушек и даже людей с ограниченными возможностями. Каждый должен уметь постоять за себя. Я хочу сказать, чтобы девушки не боялись, чтобы они приходили сюда, научились приемам, научились драться, чтобы они впоследствии могли постоять за себя. Если вы за активный образ жизни, хотите научиться самообороне, иметь навыки рукопашного боя, то приходите к Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60.